режиссеров Владимира Ворокова, Рины Мартиросовой «Взгляните на лицо». На нашем празднике Артур Александрович Текушев, глава администрации Чегемского муниципального района. Артур, я знаю, что вы прошли многие этапы вообще в работе и в парламенте, и в учреждении культуры руководителем работали, и вам близки многие вещи, которые сегодня не хватает нашему обществу. Чегемский район – один из самых близких столиц нашей республики, и я знаю, что вы очень много делаете для экономического и социального развития района. Несколько ваших слов и новогодние пожелания, пожалуйста. В этом году я могу просто констатировать, что те параметры, которые мы планировали в начале этого 2018 года, они в полном объеме реализованы и в плане доходной части в бюджет, и того, что мы с профицитом сейчас заканчиваем год, и те моменты, которые мы планировали и по социальной программе, и по программе того, что по производству основных таких продуктов жизнедеятельности, как сельское хозяйство, как те моменты переработки сельскохозяйственной продукции, в основном район – это сельскохозяйственный район, и мы старались как бы предоставить те условия необходимые, которые нужны для того, чтобы это производство у нас развивалось. В полном объеме. Могу сказать, что те параметры неналоговых доходов и неналоговых доходов в полном объеме это порядка 300 миллионов у нас будет собственных доходов в этом году. Эти итоги мы будем подводить еще в начале нового года. Но то, что по предварительным подсчетам у нас эти показатели, они вполне мы достигли и можем сейчас констатировать тот факт, что без дотаций, без каких-то потрясений мы этот год завершаем. Да. Мы в этот год вступаем с новым главой республики. Да. Сейчас очень много задач он ставит перед нами, перед муниципальными органами власти. И я думаю, что все они направлены именно на то, чтобы облегчить жизнь нашего населения, да. Это и в плане обеспечения и водоснабжения, чтобы было и газоснабжение. Будем этим заниматься, это работа постоянная, она не останавливается. Я только хочу пожелать одного, чтобы каждая семья, которая вот живет, проживает в нашей республике, она хоть как-то была обустроена. В полном объеме она получала все социальные гарантии, которые гарантирует сейчас государство нашим жителям, людям. Хочу пожелать достатка, хочу пожелать, чтобы все люди, они вот сокровенные желания, которые у каждого, в каждой семье есть, чтобы они мало-мальски они были удовлетворены. Ну, скажем, дай Бог удачи вашему району, вам лично, процветания, здоровья, благополучия. С Новым годом вас! Ясный свет, мой ангел на земле, я тебя.
шел, шел, пущал, пустил, путин. Вся помашу зуб с чернохватшим медуни. Сегодня в гостях руководитель регионального культурно-досугового центра «Счастливы вместе», кандидат исторических наук, профессор Вера Дохова и лауреат Олимпиады народов России, поэтесса Радима Нагоева. Также роскошная наша певица, деятель, педагог, я не знаю эпитетов, можно к ней применить, Фатима Абазихова. Прошлый год у нас был судьбоносным. Мы создали региональный культурно-досуговый центр «Счастливы вместе». Предыстория интересная, конечно, создание этого центра, но
главное, что нас волновало, это что нет между людьми общения. Основные направления этой работы, значит, литературно-музыкальный салон. Второе направление – это у нас создание, вернее, даже не создание, а подготовка вот к созданию традиционных семей. Третье направление, сейчас активно мы развиваем, это этнотуризм. Очень интересное направление. Мы показываем культуру наших народов. На Новый год хочу пожелать не только республике, всей стране, всей планете, чтобы люди не переставали восхищаться, чтобы люди радовались, чтобы люди могли удивляться. И поэтому вот этот отрывок я хочу прочитать, да, чтобы люди умение восхищаться. Нальмасу вагумихер хавам джеразгрехах затепшупшучу вага джихер сагзеша джеруасапах шхатстара замигте саши шганарынау зарулхал набжицхар кхуачу кишхаши шагапшку нитам сигухал синагушхитр дхарану савсаплча шабугрилич Упам фуляч кмлясну, убахабштерым арфулыч. С Новым годом! Спасибо, удивляйтесь, спасибо. Дарите добро! Виноградную косточку в теплую землю зарою. Свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дани. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
я с большим удовольствием предоставляю слово и его вам представляю, главного редактора «Вести Карачаева-Черкесии» Султана Нартокова. Султан – один из, мне кажется, активных журналистов, ответственных руководителей печати, потому что его газета освещает очень многие грани дружественных соотношений между нашими народами, укреплению этого содружества, взаимопонимание, уважение разных народов Кавказа в целом. Султан, спасибо, что вы приехали, и вам слово. Ну, что я могу сказать? Накануне, конечно, наступает новый 2019 год. Этот год решением главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова и главы Кабардино-Балкарской республики Казбека Кокова объявлен годом культуры народов Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии и Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии. Я думаю, что этот год наступающий станет значительным событием наших братских двух республик, где еще ближе будут узнают народы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии друг друга. И со времен, конечно, распада Советского Союза такие культурные события, как, скажем, Дни культуры Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии не проводились. И я думаю, что мы еще ближе станем. Пусть этот год станет наиболее самым таким добрым годом, и оно нам принесет очень много счастья, любви, благополучия. И пусть это будет год годом любви всех народов России. Я с большой радостью предоставляю слово моим землякам. Это сельское поселение Личинкай во главе с главой администрации Хасаном Хагажиевым, с народным учителем Кабардино-Балкарии, руководителем женсовета Марией Дышековой и директором средней школы номер 2, отличником народного образования Российской Федерации Заремой Кибишевой. Хасан, первое слово вам.
Ушедший год очень плодотворен для сельского поселения Личинкая было. Очень много грандиозных праздников было отмечено. В селе сейчас очень много внимания уделяется поднятию культуры, искусства. Вот недавно мы отремонтировали сельский дом культуры, пользуясь случаем поблагодарить главу Чегемского муниципального района, который уделяет большое внимание сельским поселениям Чегемского района. Хочется пожелать на новом году, чтобы вот, так как я глава сельского поселения, всем главам сельского поселения хочется пожелать, всем главам районов, руководителю республики, президенту Российской Федерации, чтобы мы все жили в мире и согласии. Все, что плохое, чтобы оставалось в старом году, в новом году. Счастье, благополучие, взаимопонимание побольше. И новых побед. И новых достижений и побед. Минувший год для нашего сельского поселения был необычным. Необычным в том плане, что провелась большая работа по развитию села. А в новом году я хочу пожелать всем, что в новом году в ваших семьях не было больных. Среди родных, а в тюрьме родных, а среди друзей гнилых. Мира, добра и счастья вам в новом году. Хамжиа, мы это сыжем дядьхана за цифри, о хуфра, для жгавра, цихуфра вач фухом занут хамжигач. Зарема, пожалуйста, я знаю, что у вас тоже в школе много интересного, новаторского, и вы, как человек, не безразличный к профессиональному образованию, вообще развитию образования в селе и в районе в целом. Несколько слов. 2018 год для нашего коллектива был успешным. Очень много призеров, победителей у нас, олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований. И начало учебного года ознаменовалось очень важным событием. Это открытием спортивного зала после капитального ремонта. 2019 год, надеюсь очень, что будет не менее успешным. Хочу поздравить учащихся, их родителей, своих коллег, всех жителей нашей республики, нашей страны с наступающим Новым годом. Пусть для каждого из нас он будет самым успешным, самым особенным. Пусть каждого из вас, из нас встречают самые доброжелательные люди. И все мы, чтобы испытали только положительные эмоции. Yeah.
Сердце мое.
Шотяту, сарбишат ма, чагулья улыбьяш. Ты бзердаха, у набу бжот ма, сэгута пахас. Сэшота улыбши на малых, бурья хабыты. На паркима, атубшашам, офата хаджию. Субтитры сделал DimaTorzok.
Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня представить вам очаровательную, лучезарную нашу Зарету Зарамышеву. Она не только талантлива как композитор и как педагог, она стала учителем года России. Это очень важно. Не только, по-моему, вся ваша школа, да? И школа и наша отдельно. Поэтому Зарета многогранный, многоголосие, многообещающих талантов, больших, малых она выпускает, она взращивает, она воспитывает. Поэтому, Зарета, пожалуйста, нам очень приятно вас сегодня увидеть здесь. Несколько слов и ваши пожелания. Спасибо большое. В новом году, конечно, все ждут чего-то необычного. В новом году, конечно, мы ждем новых надежд, но у нас есть итог. Итог работы. Я с удовольствием хочу сейчас констатировать факт, что я закончила работу над двухтомником антологии кабардинской песни. Это уникальная книга. Я поздравляю тебя. Спасибо. И причем очень трудоемкая работа. Очень трудоемкая. Я не хочу сказать год. Я 5 лет работаю над этой книгой и уже подготовила к изданию. Я надеюсь, что новый 19-й год порадует уже изданием этих книг. И хотела бы пожелать всем. Очень много песен у нас исполняют. Сегодня вот 2 песни мои порадовали меня неожиданно. Вот с Ауэсом Битугадовым, да, у нас есть много песен. И я хотела бы закончить словами моей песни, на слова Ауэса Битуганова. «С Новым годом, земляки!» Thank you.
Хорошо, на душе, спокойно и душевно. Пусть будет радость в семьях. Пусть исполняются все ваши мечты заветные. Вот. И все-таки все мы надеемся, что этот год нам принесет много хорошего. Поэтому все пусть наши мечты сбудутся. Я вам всем желаю здоровья, крепкого, долгих лет жизни, исполнения всех ваших желаний. Пусть Новый год нам принесет радость, счастье и удачу. Я хочу пожелать всем в новом году, чтобы Новый год принес нам только добра. Пусть мы в новом году станем еще добрее и счастливее. Пусть в семьях будет благополучие. Удачи всем в новом году. Я хочу пожелать и в этом, и в дальнейших наших долгих лет жизни мира, чистого, мирного неба над головой, дружбы. Самое главное – это дружба, здоровье всем. Хочу пожелать, пусть сбудутся мечты у всех, которые мы все загадали на Новый год. С Новым годом! Прощаюсь с нашими зрителями, телезрителями. Хочу сказать спасибо каналу «Нотр-Нальчик», генеральному директору Ворокову Владимиру Халидовичу и всему коллективу. С Новым годом вас! Вы всегда очень талантливы, очень
значимо работаете. Хочу пожелать, чтобы в новом году было много интересных встреч, передач. Всех благ. До новых встреч. До свидания. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!